Друзі, рухаємося далі і поговоримо на тему, яка бавить, мабуть, усім українцям, активно обговорюють, якою ж буде ціна на той чи інший продукт перед новорічними святами, в період новорічних свят, ну і, звичайно, ще з 1 січня 2018 року. Саме це питання сьогодні і обговоримо з нашим ранковим гостем, тому залишайтеся. Можливо, вам вона допоможе, ця інформація, зекономити напередодні новорічних свят, ну і, звичайно ж, купити кращі подарунки. Радий представити нашого ранкового гостя, колегу, журналіста Ігоря Поха, а також, мабуть, 100% експерта з ціноутворення, тому що вже не перший рік у Фейсбуці діє група «Ціни для своїх», якраз організатором якої були ви, і багатьом вона допомогла все ж таки зекономити, ну і аналогічно зараз ця потреба потрібна усім, економити. Да, ну, во-первых, доброе утро, коллега, вот, доброе утро всем нашим телезрителям, я действительно в свое время создал в Фейсбуке группу под названием «Николаев. Цены для своих». Она была создана в тот период, когда, ну, скажем, цены слишком прыгали, особенно на такие базовые продукты, там, на муку, на сахар, там, какие-то еще вещи. Вот. Ну, и со временем она, в общем-то, превратилась в такую площадку для обмена информацией. Там достаточно много людей, там, по-моему, там больше... Я уже не помню, больше 1500, если я не ошибаюсь. То есть достаточно много для Николаева. И люди делятся какой-то информацией. И я, естественно, если вижу какие-то там ценовые изменения, либо новые продукты, новую продукцию в магазинах Николаева. Но о чем я хочу сказать в первую очередь. Украина – страна ценовых контрастов. Не просто контрастов, а ценовых контрастов по сравнению, например, с другими странами, где к любым праздникам, крупным праздникам, особенно вот к рождественским или к Новому году, проходят большие акции, большие скидки на все. Причем скидки реальные, то есть до 80%. Вот недавно, например, была так называемая «Черная пятница» 24 числа. И я специально отслеживал, ну, скажем, не на продукты питания, да, на одежду, на обувь, там, на какие-то вещи, на электронику, в украинских интернет-магазинах и розничных интернет-магазинах по сравнению, например, с такими же подобными магазинами заграничными. У нас это абсолютно, абсолютная профанация. Абсолютно. Это я могу сказать 100%. Я, если честно, не відслідковував, але просто Google допоміг, тому що він кешовані версії зберігає, і я просто в період цих знижок, скажімо так, дивився, яка ж реально була ціна там тиждень тому. Ну, реально це було смішно, тому що завищували і потім ще робили таку знижку, що по суті ще накручували зверху. Совершенно верно, да. То есть у нас профанація. Така же профанація, в общем-то, і відбувається, я не знаю, чесно говоря, з чим це зв'язано, но особенности украинского бизнеса уже, ну, о них не говорил и не писал только ленивый. И к любым праздникам, повторюсь, в Западной Европе, в Восточной Европе, да, в США там, и так далее, особенно к рождественским праздникам, потому что это большой действительно праздник, не только для людей, которые очень религиозные, но и для не очень религиозных, просто праздник такой, да, светлый. Вот. Проходят большие рождественские ярмарки, большие скидки в магазинах. Это все отражено еще даже в тех кинофильмах, которые мы помним там, с детства, с юности. Да? У нас же все наоборот. У нас к праздникам цены растут. Они вырастают так, что люди теряются и как бы начинают пережидать этот момент, да, в надежде на то, что праздник пройдет и цены опустятся вниз. На самом деле так не происходит. Опять же, это наблюдение многолетнее лично мои, и, например, там, ну, возьмем стоимость мяса, да, у нас принято на Рождество, например, там, запекать свинину. Вот. Так вот, если стоимость свинины поднимается к празднику на определенную величину, то потом после праздника она не опускается. То есть эта цена либо остается в течение там, полугода, года, либо еще растет. Значит, хочу добавить, кстати, по поводу мяса. При официальной статистической информации, касающейся уровня инфляции в этом году, которая была заложена, если я не ошибаюсь, в 12%, да? Например, в течение года, вот с октября прошлого года, 16-го, по октябрь 2017 года, стоимость мяса выросла на 65%. То есть...
Можете себе сумма представить, где 12%, где 65%. Причем это тоже, это не только личное наблюдение, это тоже официальная статистика. Угу. Да? Что касается моей, одной из моих любимых, как говорится, тем, которую я иногда отражаю и в группе «Цены для своих» в Фейсбуке, это куриные яйца. Угу. То есть и очень интересно иногда наблюдать за вот динамикой и тенденциями, да, цен. Понятно, что есть так называемое сезонное колебание. То есть в определенный период года цены на куриные яйца снижаются, причем достаточно серьезно снижаются, и точно так же поднимаются. Как правило, к Пасхе, да, к пасхальным праздникам, стоимость яиц растет. Ну, наигорячейший продукт, как не заработать? Да, да. Так вот, я вам скажу, что, например, в прошлом году, наоборот, цены на яйца, на куриные яйца к пасхальным праздникам падали, упали, причем очень сильно. Но это было связано не с тем, что у нас вдруг наши производители вдруг решили вот сделать такой подарок своим согражданам, да, а с тем, что значит, у нас большие партии экспорта идут, в частности, в Израиль. И в прошлом году, как раз где-то в феврале, в марте, Израиль запретил поставку украинских яиц в страну в связи с обнаружением там сальмонеллы. Вот, на какой-то период. Поэтому был перенасыщение рынка, и цены начали естественным образом падать. Кроме всего прочего, что касается, например, вообще курятины, куриных яиц, ну, в основном куриного мяса. У нас, к большому сожалению, создалась монополия. Причем монополия искусственная на изготовление курятины. Если у нас было два крупных производителя, сейчас остался один крупный производитель, и мелкие можно не брать вообще. По сути, не становлю, да. Да, и, например, сегодняшняя цена практически в 100 гривен за куриное филе, она приближается, уже практически приблизилась к стоимости свинины. И это ну, достаточно тормозит покупательную способность людей, и люди стали меньше покупать и курятины, и свиного мяса, не говоря уже о говяжьем мясе. Ну, вот если мы говорим сейчас напередодні, від експорту реально залежить зараз українці, тому що багато чого росте в ціні саме через те, що, скажімо так, ринок активно виливається все в інші країни, відповідно, страждають уже наші, мене страждає. На цей, як то кажуть, процес ми ніяк не повпливаємо. Не можемо абсолютно, але напередодні свят, зараз, чи потрібно, скажімо так, закупляти наперед якісь продукти для того, щоб підготуватися вже до новорічних свят, чи не варто? Я считаю, что в принципе к Новому году вообще в принципе ничего плохого в том, чтобы, например, сделать некий, ну, это не запас, а ну просто, ну, скажем так, сделать так, чтобы перед Новым годом не мотаться по магазинам, по рынкам, вот, не нервничать, не выкладывать там последние деньги, чтобы купить вот что-то к праздничному столу. Потихоньку делать какие-то закладки в холодильник к Рождеству и к Новому году, тем более 25-го у нас декабря уже будет праздноваться на государственном уровне католическое и протестантское Рождество, поэтому будут ну, крупные такие выходные дни. И я считаю, да, да, можно запасаться, но еще порекомендую запасаться, например, да простят меня телезрители, крепким спиртным, потому что у нас все время растут акцизы, и стоимость повышается, причем она как бы так это мимо как бы проходит, как правило, большой. Ну, цей продукт не швидко наших ушей. Запастися можна. Да, якщо да, є можливість, запасайтеся. Да. Ну і звичайно ж, вже цього вівторка стартував Різдвяний піст, і відповідно знову ж таки вам на замітку. Гриби виросли в ціні, а от сало трохи падає, як зазначають експерти, можете запасатися, бо який українець без сала? Знову ж таки, елементарно вже зекономити можна. Ну і та проблема, яка, мабуть, виникає завжди напередодні свят, це та штучна, не знаю, потреба, яка виникає, так? Коли люди стоять у чергах, відповідно, ну, супермаркети не можуть не підняти ціни, тому що, ну, в будь-якому випадку куплять. Тому якраз цей варіант, коли ви запасаєтеся завчасно і не буде тих кілометрових черг в супермаркетах і на ринках за 3-5 днів до Нового року, я думаю, це теж все ж таки впливає на стан ціни в Україні та й в Миколаєві теж. До речі, експерти також порахували,
Миколаїв, як виявляється, б'є рекорди. Хліб пшеничний у нас одна із найвищих цін в Україні на рис, на яловичину і на гречані крупи. Ну, якщо чесно, гречка – це, мабуть, уже тренд українців. Тренд, да. Да, да, це да, справжній да, тренд. Да, гречку, гречкою запасайтесь, вообще її нужно запасатися, щоб не, так сказати, в період предвиборних кампаній не клівати вот эту саму гречку. Да, запасайте, пусть у вас буде, не будете її брати на вибори. Ну і, мабуть, іще одне, що хотілося б наостанок того ж проговорити. В нашій країні в 2017 році змінили трохи індекс прораховування. Раніше був борщ. Всі рахували, скільки той буде борщ коштувати. Зараз індекс на варениках рахують. Угу. Думали, що зекономлять таким чином, але, на жаль, все ж таки вареники теж виросли в ціні. Картопля виросла, борошно виросло, як бачимо, за цінами. Тобто, знову ж таки, елементарно хотіли хоч якось утішити народ меншими цінами, але виявилося, що ніяк. Наостанок, останнє запитання, скажімо так, якщо говоримо про ціни в Україні, чи в 2018 році очікувати на величезний ріст, чи ні? На величезний ріст, я думаю, ні. Нет, большого резкого скачка не будет. Естественно, цены будут расти, потому что, смотрите, в этом году подняли минимальную зарплату, за ней пошел рост зарплат. Сейчас осовременивание пенсий, да, добавили с октября месяца большому количеству людей пенсии. Знову в денежном выражении, да, это потихоньку будет тянуть за собой рост цен. Он не будет резким, безусловно, но будет. Как я уже говорю, на спиртное, на табачные изделия будут повышаться акцизы, это уже известно, да, будут расти цены. На значит, молочную продукцию у нас очень сильный рост, и будет еще расти цена. Не знаю, насколько, но будет расти, потому что у нас бензин подорожал уже до 30 гривен за литр, да, 95, и так далее, и так далее. Поэтому наши, к большому сожалению, наши зарплаты и пенсии не успевают за ростом цен, хотя должно быть наоборот. Ну вот, вот такая ситуация. Тем не менее, я единственное, что хочу посоветовать, несмотря на пост, я хочу посоветовать всем нашим телезрителям, чтобы они, допустим, покупали как можно меньше, употребляли в пищу как можно меньше колбасных изделий и употребляли в пищу натуральное мясо. Потому что, во-первых, оно дешевле, чем колбаса хорошая. Да, да, хорошая. Есть возможность экономить. Да, то есть ее можно, мясо можно запечь, отварить и так далее, и кушать ее вместо колбасы. Это полезнее, ну, это для мясоедов и тем, кто будет ее употреблять после поста. И кто не соблюдает пост. Вот такой совет. Так что, друзья, ось так, как уже в одному из сатиричных висловів, тримайтеся, реально залишається тільки триматися, ну і очікувати все ж таки того, що покращення, яке нам так обіцяли, все ж таки буде. Все в наших руках, тому думайте і тверезо, скажімо так, думайте про те, як і що купувати, ну і, звичайно ж, напередодні новорічних свят не створюйте самостійно тої штучного росту цін, закуповуйте все це раніше, завчасно, коли зараз ціна трохи менша.